Коротенький обзор. У нас вибрейки Dior. Стоят они полторашку. У нас вибрейки Olivio. Стоят они 1200. И у нас дешевый-дешевый промокс китайский. Стоит он у нас 400 рублей за комплект. Значит, в чем разница? Здесь втулки. Вот такие вот незакрытые сверху, латуневые. Здесь везде внутренности стальные. Сделаны они поприкольней. Пружинка у Shimano открытая. И у Диора, и у Оливии. Находится она снаружи. У Промахса пружинка спрятана внутри. И как бы это более, мне кажется, симпатично и прикольно. А вот эта вот часть у Промахса металлическая. Это очень хорошо. Винт в металл вкручивается. И пружинка внутри металла ходит. У Диора внутренности металлические. Но вот эта часть пластиковая. И винтик вкручивается в металл. В пластмассу. Упирается в металл. То есть неизвестно, сколько вот этот пыльник прослужит. Но он хотя бы здесь есть. А у Оливии вообще... Все открыто, никаких пыльников, винт вот так вот похабно вкручен на пружинке, и металл какой-то весь немножечко такой закоцанный. То есть, скорее всего, на Оливии грязи будет очень много вот сюда вот забиваться, потому что здесь маска есть определенная, волосы, там трава и так далее будут пролетать. А колодка здесь обычная на Оливии, на Диоре колодка идет прикольная, сменная, то есть ее можно вынимать и менять. Ну и у Промакса тоже обычная, самая дешевая, такая же, мне кажется, ничем не отличимая от Оливии. То есть по цене вот это вот в 3 раза дешевле, чем вот это. Выбирать только вам. Ну вот, обзорчик вам короткий.